Сам Михаил Сергеевич Горбачев считает, что Чернобыль разрушил империю, что вот эта катастрофа и ее последствия... Вполне возможно. Сейчас очень многие пишут и говорят о сериале «Чернобыль». Довелось посмотреть? Нет, нет, я вообще... Чукча не писатель, он... Нет, я уверен, что я смотрел какие-то вот эти штуки, когда я читал про это, я уверен, что это профессиональная очень работа и хорошая, потому что американский кинематограф — это вот настоящий кинематограф. Всем бы к нему. А советский в котором? Российский, только авторский. А что у нас можно вот... Либо авторский, либо мединский. У нас два кинематографа. Хорошо, ну что, с вашей точки зрения, достойного было в отечественном кино? Да массу. Ну, вот то, что вам понравилось. И... Вот бывает такой фильм, что вы смотрите и думаете, не сыграл я там, не пригласили? Бывает, очень часто. Угу. Очень часто. Нет, много было хороших фильмов в нулевые годы. Угу. Да и сейчас есть очень хорошие фильмы. Но дело в том, что просто... Из-за того, что государством, не страной, государством выбрана политика великодержавного шовинизма, я только так это могу назвать, поэтому все так и кисло сразу. Потому что как только патриотизм, значит, проворовались точно. Ну, это гадалки не ходи, Салтыков Щедрина сейчас сказал. Ну, при этом государство, допустим, дает деньги, допустим, Лунгину, который снимает фильм «Братство», в котором показано... А вот пока до Лунгина дошли деньги, сколько там осело в кармашках? Ну мы не знаем, конечно. Государство финансирует фильмы, которые, скажем так, подтачивают. А если бы Ковалев уже умер, кто бы этот фильм профинансировал Лунгину? Не знаю.